Всем привет! Вы на канале Тренд Кино. Сегодня вы увидите описание и сюжет сериала «Хрустальный», первый сезон. В главных ролях Василий Фантон. Сериал выйдет 2021 года, предположительно весной. Поехали! А перед просмотром, пожалуйста, подпишись и поставь лайк. Полное описание сюжета. «Хрустальный», первый сезон, российский драматический сериал. Сюжет основан на реальных событиях. История расскажет о мужчине, который получил тяжелую травму, и эта ситуация изменила всю его жизнь. Ему придется принять и преодолеть множество препятствий, чтобы смириться с тем, что у него сейчас есть, дата выхода 2021 года.